Рекультивация полигонов твердых бытовых отходов – тенденция, набирающая популярность. При помощи специальных технологий научились не только облагораживать земли и улучшать экологическую обстановку на месте хранения отходов, но и использовать продукты распада в качестве вторсырья. Рекультивацию ожидают сразу несколько свалок в Ульяновской области. В региональном министерстве природы и цикличной экономики надеются включить несколько объектов накопленного ущерба в приоритетный проект «Чистая страна», тем самым запустить процесс рекультивации и привлечь в регион федеральные средства. В первую очередь внимание обратят на законсервированный полигон в Красном Яре. Этот объект сформирован в период с 1985 по 2000, практически 15-е годы. И это все отходы начала строительства авиакомплекса и функционирование такого огромного микрорайона «Новый город». До 1 июля в профильном ведомстве должны разработать проектно-сметную документацию по дальнейшей ликвидации свалки, а также сформировать заявку в Федеральное министерство природных ресурсов. По данной строке в областном бюджете на этот год утверждена сумма в 23 миллиона рублей. Данный объект получит федеральное финансирование по ликвидации накопленного экологического ущерба в 2020-2021 году. По экспертным оценкам, на ликвидацию полигона потребуется 650 миллионов рублей. Еще порядка 180 миллионов уйдет на рекультивацию 5 свалок в других районах области. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.